Добрый день, мои любимые азербайджанцы, лезгины, татары, талаши, евреи, таты. И многие другие граждане Азербайджана. Привет всем патриотам. С большой любовью я сегодня хочу рассказать вам о происшествии, которое сильно меня затронуло сегодня. Я очень редко плачу, особенно после ходжалов. Но сегодня я серьезно был затронут, сильно тронут. Меня тронули слова одной нашей соотечественницы, проживающей в Саратове, бывшей нашей учительницы, которая воспитала много таких, как я, как другие истинные патриоты бывшего Советского Союза, истинные патриоты. И слово «патриот» в чем состоит, тоже объясняла нам не раз эта учительница и многие такие учителя. Я так тронут этими словами, что даже, может, разговаривать сейчас правильно не умею. Не смогу до конца. То есть предложение, которое я буду составлять сегодня, может быть, где-то получится не грамматически. Видите? Это не от меня зависит. Сегодня мне позвонил Эминбейли и сказал, что Ульви, нашим музеем интересуется один человек. Из России. Естественно, что первое, что мне пришло на ум, что это наш патриот. Азербайджанец. Или же... Я перечислил в начале ролика граждан Азербайджана. Но, клянусь Аллахом, мне даже в голову не могло прийти, что это русская бакинка, пенсионерка, это друг нашего Равшана Эминбейли по соцсетям. По соцсетям я еще раз вам это говорю, почему. Они не знакомы даже вот так. Они знакомы по соцсетям. Что сказала эта мудрая женщина? Она посмотрела мои ролики. Она посмотрела внимательно историю моей семьи и услышала слово «музей». Патриоты, задумайтесь, я вас прошу, задумайтесь. Хорошенько слушайте меня и задумайтесь, я умоляю вас. Вы мое сердце, вы моя кровь, но еще раз задумайтесь. И пусть задумаются те, кому должно быть стыдно сегодня, хотя бы чуть-чуть, за данное слово свое. Ладно, не будем переменять ноты. Ее зовут Татьяна Кудряшова.
Она живет в городе Саратов, ей более 80 лет. Она жила в Баку, она любит Баку. Она патриотка Азербайджана, потому что следит. Следит за всеми происходящими в Азербайджане событиями. И она объективно относится ко всему, что происходит у нас. Она сказала: «Равшан Эмембейли, я вас прошу, заранее она сказала прошу, хочу попросить, потому что она знала, что наши мужчины, настоящие мужчины, не позволят это сделать, женщине-пенсионерке». Она сказала: «Можно я каждый месяц из своей пенсии буду уделять музею? Не один раз, а каждый раз из своей пенсии буду уделять музею эту сумму денег». Я не буду называть эту сумму. Она маленькая, большая. Ну, вы знаете, что может пенсионер предложить из своей пенсии. Естественно, зная мой характер, Равшан Эмембейли и сам такой же, как я, сказал: «Знаете, Татьяна Ханум, дорогая, вы наша. Ни Ульви, ни я, ни Фарид Байрамов, который сегодня стоим во главе Дервиша, марафона Дервиши, занимаемся этим делом, не примем от вас такую большую, огромную, как сказать, такой огромный жест. Для нас это, знаете что? Для нас это больше нет слов, больше нет комментариев. Для нас это все. Это конец». Она этими словами поставила точку таких моих мыслях, да, о которых я думал, что это... Я не знаю, у меня нет на самом деле слов. Равшан сказал ей, что надо, а теперь я хочу сказать. Дорогая вы наша, я преклоняю перед вами голову. Вот вы меня сейчас не увидите, но я стану перед вами на колени, вы меня сейчас не увидите. Я встану и скажу вам эти слова. Спасибо вам, Татьяна Ханум. Спасибо вам от имени ходжалинцев. Спасибо вам от имени азербайджанского народа. Вы пример сегодня многим. Многим патриотам, которые еще больше должны стараться что-то делать. А тем, кому должно быть стыдно, я не буду об этом говорить, я не буду это повторять, но задумайтесь. Немножечко задумайтесь. Аталарымыздан, бабаларымыздан бир сөз бар. Папагыбызы коен кабагыбыза. Эгер варса о папаг. Бир фикирлешин. Bir fikirləşin. Татьяна ханым, у меня нет слов. Вы знаете, только этими словами вы сделали огромный вклад нашему музею. И я опять повторюсь, вы свой вклад сделали больше всех. Кто бы после этого сколько бы ни делал, со мной даже Равшан Эмембейли сегодня согласился, больше вас никто не сделает. Спасибо за внимание. Я хотел сегодня другой ролик выпустить, но целые сутки я не буду больше ни о чем говорить, кроме этого. Будьте настоящими патриотами.
Спасибо вам, Татьяна. Я обязательно, обязательно хочу с вами увидеться. Если приедете, сможете приехать. Я лично вас встречу. Благодарю вас. Благодарю за внимание, дорогие мои. Мой народ самый лучший народ в мире. Мой народ самый гуманный народ в мире. Поэтому те, кто жили в Азербайджане, такие как Татьяна Кудряшова, помнят нас. Помнят настоящих азербайджанцев. Спасибо вам всем за внимание. Призадумайтесь, пожалуйста.